Очередной взрыв самодельного устройства на Чапаевке. В четверг примерно в 15:30 возле дома номер 2 по улице Воронцова было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Пострадала молодая женщина. Она возвращалась домой с малышом. Открыв ворота своего дома, она завезла на коляске своего ребенка, а сама наступила на самодельное устройство, которое по предварительным данным было закопано в землю. От взрыва 22-летняя мать получила осколочное ранение 80% правой ноги. К счастью, ребенок не пострадал. Мать успела оттолкнуть коляску. Я сидела дома и вдруг услышала громкий хлопок, а потом крик. Я выбежала и увидела раненую дочь. Я сначала подумала, что в нее стреляли, потом, когда выбежала за ворота, там никого не оказалось. В тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. В эти часы ей делают операцию. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия.